Алтай продолжает перезагрузку. На этот раз объявлен кастинг на должность начальника команды. Клуб решил расстаться с Вадимом Ждановым. О причинах не сообщается, разве что традиционно и сухо, по обоюдному согласию сторон. Впрочем, на фоне остальных перемен этот эпизод выглядит весьма непримечательным. За этот сезон клуб сменил половину состава. Такие перестановки, говорят болельщики, не сказать, что явно пошли на пользу. Алтай по-прежнему на предпоследнем месте. Перед встречей с Курганом и вовсе умудрился проиграть обе такому же аутсайдеру Лиги Нижнетагильскому юниор-спутнику. Тем не менее, красно-синие не теряют надежды и, главное, желание исправить текущее положение. У нас еще в запасе 7 игр, будем бороться в каждой игре, на победу играть. Постараемся повыше залезть и в плей-оффе хорошо сыграть. Залезть повыше – это подняться на 7-ю строчку, максимум 6-ю. Впереди у Алтая матчи как раз с прямыми конкурентами. Так что шанс есть. Другое дело – качество игры. Этого самого качества, по мнению главного тренера, наоборот, нет. Слабая игра команды. Как выиграли же 3-1. Ну и что выиграли? Благодаря вратарю выиграли. А так совсем слабая игра. Я такой игры не ожидал, конечно. За 10 дней перерыва я не думаю, что мы так будем играть. После этих 10 дней Алтай не досчитался еще одного бойца. На этот раз ряды покинул воспитанник алтайского хоккея Илья Шубович. На официальном сайте этой новости не найти. Нет такой фамилии в разделе «Команда». По нашей информации, скорее всего, игрок перейдет в студенческий клуб «Динамо Алтай». Кирилл Политов, Павел Лауронин. Наши новости.